27 наград различного достоинства завоевали наши спортсмены на 19-м всероссийском турнире по боксу, посвященному памяти Гаджимурада Гамзаева. Соревнования прошли в Избербаше. Воспитанники спортивных школ Дагестана завоевали 8 золотых медалей, 6 серебряных и 13 бронзовых. Всего же в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 70 регионов страны. Разыграли они награды в 10 весовых категориях у мужчин и в 5 среди женщин.